Доброго времени суток, мои дорогие зрители и подписчики. С вами канал Life Tarot Надежда. Начнем, конечно же, с исполнения желаний, чтобы максимально к Новому году, в идеале, чтобы сбылось все то, что хочется, все то, что желается. Для этого есть специальная инструкция, специальная технология. Определенные вещи все-таки нужно будет сделать, над этим стоит потрудиться. Но, поверьте, я думаю, ваши желания стоят некоторых ваших усилий. Моя задача — дать вам технологию, моя возможность провести, если хотите, этот ритуал, но, конечно, действовать или нет, делать что-то или нет для себя, это, конечно, только вам решать. Вот здесь вот будет более подробно, как это все работает. Также эту ссылку я дублирую в описании под данным видео. Разворачивайте, и там в первых абзацах вы найдете эту ссылочку. Итак, сегодня у нас будет расклад Таро на такую тему, что он хочет сказать сегодня, или что хотел бы сказать, если не имеет возможности. То, что он вынашивает в своей голове, как идею в виде разговора. Бывает так, что невозможно одному человеку что-то сказать. Да? Заблокировали, поссорились, обидели, но очень хочется. Вот именно эту тему мы с вами будем смотреть. В очередной раз любимое Таро «Черный гримуар». И в одном из недавних видео я спрашивала, за что вы не любите эту колоду. Здесь мне интересно будет послушать, за что вы ее любите. Но это, конечно, те, кто любит. Я эту колоду люблю прежде всего за прямоту. Эту колоду я люблю за яркость образов. Карты практически сепия. Да? Я не скажу, что это монохром, но практически. Они не яркие, но насколько выразительные образы, насколько карты порой легко читаются, вот стоит только проникнуться. Скажу честно, какое-то время меня эта колода, ну, немножечко настораживала. Прежде чем ее заказать, я ходила вокруг да около, смотрела галерею, что-то цепляло, что-то нет, но в итоге я все-таки купила и ни разу не пожалела. Это уже вторая колода, но я, видите, колода тоже, видимо, рада, что я не пожалела. Десятка пентаклей. Ни разу, да, вторая колода, а это, конечно, о многом говорит. Итак, смотрим. Конечно же, вот так у нас гадание на любовь, расклад на отношения. Будем смотреть то, что происходит в отношениях на данный момент. Будем смотреть сигнификацию. По факту друг другу есть что сказать, но оба здесь строят по отношению друг к другу. Вот просто встали в позу. Вот так вот я хочу сказать. Мужчина вообще демонстрирует полную апатию. Как будто бы ему ничего не нужно, ему ничего не интересно, хотя скорбит здесь. Даже если он поставил точку, здесь жалеет об этом. Ну, и тем более, если вы поставили точку. Но здесь такое, знаете, вот большое-большое желание вообще не отсвечивать, не маячить, ничего не показывать. Да, вот даже если душа наизнанку, даже вот если все как-то вот рвется наружу, не будет показывать. Здесь вот максимальное такое, знаете, спокойствие. Пусть на душе кошки скребут и спокойствие. Но здесь женщина тоже. Она реально готова к появлению этого мужчины. И она настолько здесь выдержана уже. Выдержана в смысле выдержка, да, здесь какое-то спокойствие. И она знает, чем его зацепить или чем его задеть. Есть у этой женщины в арсенале, в ее женском, какая-то особая точка, которая находится в душе, в голове, на теле этого мужчины. Она точно знает, куда бить. Вот почему есть цитата, да, что больнее всего делают родные и близкие. Да, потому что они точно знают, где самые больные места. Вот вы его самое больное место знаете. И в случае вдруг, да, вот ваша встреча, какой-то диалог, не тот поворот, и вы будете знать, чем атаковать. Это точно у вас здесь есть в арсенале. Я хочу сказать, у мужчины сейчас, в принципе, отпало все желание. Если мужчина ваш гуляка был налево и направо, ему здесь не до гуляний. Если пил там и еще что-то здесь, может, вполне то, что пошатнуло здоровье. У кого-то здесь, девочки, к сожалению, траур здесь будет, потому что, ну, карты здесь такие, да, вот такое печальное застолье. Здесь не до веселья мужчине, здесь мужчине хочется скорбить и скорбить по вашему поводу. Но и у многих проиграется, что еще что-то неприятное здесь произошло у этого мужчины. Башня какая-то в его жизни здесь творится. Сама здесь женщина говорит, я ничего делать не буду. Я устала, сколько можно, много попыток было сделано с моей стороны этого. Ему не видать.
Да, я лучше буду отдавать свое время, свою любовь, свою заботу своим родным, близким людям. Те, кто этого действительно достоин, и те, кто будут благодарен. Те, кто взамен тоже подарят мне много эмоций, много приятных минут. Для мужчины ее лояльность, ее любовь сейчас в данный момент закрыта. Может быть, конечно, эта дверь не наглухо закрыта, да, и замурована. Вот, но то, что прикрыта здесь дверь, однозначно. Почему здесь прикрыта? Потому что здесь в картах смерти ворота, и они здесь приоткрыты, да, и есть какое-то движение. То есть сквознячок она позволила оставить этому мужчине, но не более того. Для того, чтобы ему протиснуться в ее жизнь, здесь нужно очень сильно постараться. Причем, я говорю, здесь женщина прекрасно готова к любому повороту в разговоре, к любому повороту в их, ну, каком-то здесь контакте. Здесь должен, по мнению женщины, состояться какой-то диалог или контакт. Давайте посмотрим, мужчина сам готов на диалог? Готов. Причем ему действительно есть что сказать. Но здесь, видите, вот из последних сил. Дорогая, ты мне сварила суп? Да, сварила. А из чего? Из последних сил. Вот так и здесь у мужчины. Вам есть что сказать, но это, видимо, последнее, что он может вам сказать. Ну, вот либо выжать из себя вот из последних сил. Да, здесь мужчина говорит, я готов пообщаться. Я готов дать шанс нашим отношениям, но этот шанс будет маленький. В случае чего, я тогда более, да, ничем не обязан. И больше меня ничего сдерживать вообще не будет. Как будто бы мужчина дает вам сигнал, а дальше смотрит. Берете, значит, будет продолжение. Если нет, значит, все, да, нас с тобой больше ничего не связывает. Как будто бы решил что-то для себя подтвердить. Часто так бывает, когда отношения вроде бы как не закончились, а партнеры не строят новые отношения, потому что они еще не знают, а вдруг у нас отношения не закончились, да, а вдруг точка не поставлена, я сейчас начну новые отношения, а вдруг здесь есть какое-то продолжение, да, и что делать с новым партнером, что делать с новыми отношениями. Вот, но вот мужчине прояснение здесь нужно будет. Причем здесь, видите, аж три шестерки. Вот переходный момент здесь должен быть какой-то у вас. Поговорить нужно, да, безусловно. На какую тему здесь с вами хотел бы поговорить мужчина? Быть вместе. Он вам даст понять, что он хочет быть с вами вместе. Ну, вот посмотрите, на какую тему. Он вам даст понять, что у него еще чувства сохранились, что он вами дорожит, вы для него дорога, что он вас терять не хочет и расставаться с вами не хочет. Но хочу тогда спросить, как вот при таком вот сейчас вот каком-то надменном таком поведении, когда отвернут полностью от вас, он здесь внутренне готов на разговор? Он говорит, потому что так надо. Вот сейчас так надо себя повести. Может быть, вы его действительно здесь обидели, задели, отправили его на все четыре стороны так, что он здесь пока еще в себя здесь приходит. Да, здесь мужчина говорит, пока так нужно. И мне тоже, он говорит, нужно показать свой характер. Тоже показать, что мне много чего не нравится. И она тоже должна знать, что у меня тоже есть чувства, у меня тоже есть обида, у меня тоже есть переживания. Вот, поэтому сейчас демонстрация – это как необходимый элемент в ваших отношениях. Ну, хорошо. Что он хочет сказать вам сегодня? Во-первых, конечно, давайте самое главное, что он хотел бы вам сказать. Но пока он не представляет, как жить без вас дальше. Ну и вы сейчас, видите, вы в его жизнь вошли таким образом, что жизнь его тоже поменялась. Как-то смогли встрепенуть его жизнь, внести в нее какие-то коррективы, пусть даже эти коррективы не физические, а в его характере, в его где-то поведении, да, вот в его привычках. И как теперь без вас, вот в том состоянии, в котором он уже находится, да, вот в видоизмененном, он здесь не представляет. И, конечно, здесь злость на вас, обида. Вы ведь появились в его жизни
вы заняли какое-то прочное место, серьезное место. Видите, окружение, да, и центральное место здесь сидящая женщина. То есть, безусловно, важная персона вы в его жизни. Да, главный человек в его жизни. А как теперь без вас? Здесь уже мужчина с вами сросся. Уже корни пустил у вас, если хотите. А вы теперь пытаетесь его выкорчевать. Также здесь еще для мужчины важно, что его мир, в котором он живет, благодаря вам здесь может рухнуть. Да, мы можем говорить, конечно, это зона комфорта, которую мужчина должен покинуть, чтобы быть с вами. Но видите как, здесь он говорит, что ты часть моего мира, да, и ты не можешь эту часть моего мира просто взять и покинуть. Если ты уходишь, уже мой мир не такой. Ну и менять, да, вот привычное окружение пока здесь мужчина не может. Слишком как-то больно, болезненно. Да, видите, слишком много болезненно. Вообще вы большая головная боль, самое большое его переживание. Вы та женщина, которая ему не только сделала что-то хорошее, но и что-то плохое. Даже вот эти вот болезненные переживания, вот эта вот больная любовь. Мужчина тоже все близко к сердцу здесь принимает. И поэтому здесь, да, как мужчина, он понимает, что он должен здесь что-то сделать в отношениях, но просто позволять втаптывать себя в грязь, позволять себя унижать, он здесь тоже не позволит. Но мы знаем, да, какие у нас мужчины гордые, мы знаем, как у нас мужчины тоже могут обижаться по пустякам, не хотят соглашаться со своей какой-то неправотой. Вот. Но здесь он говорит, она тоже мне принесла много переживаний, много чего плохого, много головной боли. Здесь мужчина говорит, я в шоке. А я порой от нее был в полнейшем шоке. Но здесь мужчина говорит, наш разговор обязательно состоится. Причем здесь мужчина говорит, я сам буду инициатором. Ну или я сам выберу время, да, когда этот разговор будет. Хорошо, ну давайте тогда посмотрим, что конкретно он хочет вам сказать. Сегодня, да? О сегодняшнем дне мы говорим. Запутался, здесь мужчина говорит. Я запутался, мне сложно, хочется выбраться. И вообще вот из этой ситуации, которая вокруг него, ну, хотел бы вырваться. Знаете, вот как будто кто-то сделал с ним какую-то злую, нехорошую шутку. И теперь он находится в безвыходной, девочке, ситуации. Он говорит, что он хочет сказать. Да, у меня безвыходная ситуация. И по-другому я сейчас никак не могу. Я хотел бы, видите, здесь он говорит, что-то сделать, но у меня ничего не получается. И мужчина вообще говорит, что если я сейчас делаю какой-то конкретный шаг, возможно, вы ему сказали, да, какой шаг это должен быть. И, возможно, он сам здесь понимает. Он говорит, это будет конец всему. Да, у меня, говорит, сейчас такая ситуация, что вообще не время для действия, не время для шагов. Я должен сейчас сидеть тихо, мирно и, видимо, обдумывать, да, вот план по побегу из этой банки, в которой он здесь находится. Для кого-то это ловушка будет. Для кого-то это куча проблем. Для кого-то это ситуация, которая будет решаться долго. У каждого здесь будет по-своему, но видите, не то время, не то место для мужчины, чтобы что-то делать, как-то действовать. Ну-ка, второй между до и после сейчас спрошу, что здесь. Ну, видите, вот из отшельника в колесо фортуны. Здесь по-любому нужно пока бездействие, по-любому здесь спокойное обдумывание ситуации, неспешное. Потому что если действовать сейчас и наобум, все будет плохо. И действительно все закончится плохо. Здесь мужчина не юлит, здесь мужчина не придумывает, здесь он действительно объективно оценивает свою ситуацию. Поэтому здесь и карты показывают, что ему нужно реально хорошо все взвесить, потому что не ровен час, как он пожалеет. Пожалеет, все потеряет. Да, поэтому здесь приходится концентрироваться. Причем здесь придется на какую-то хитрость идти. Ну, самое важное, прикинуться. Прикинуться мертвым, вот как здесь, да, вот четверка мечей, карта на кладбище. Вот прикинуться мертвым, чтобы никто до тебя здесь не пытался докапываться. Но он говорит, я уже давно вышел из иллюзий, и никаких иллюзий и на твой счет здесь мужчина говорит, не испытываю. Все, что хотел, это все было
правда. Это все были мои истинные желания. Но в силу определенных обстоятельств, он говорит, мне пришлось от них отказаться. Чтобы не потерять все, видите, чтобы не потерять все. Мужчина говорит, я тоже здесь защищал то, что я не могу потерять. И приходится сейчас, вот вынуждена теперь оказаться в ситуации, когда ты даже какого-то решения своего принять не можешь. Или действовать так, как тебе хотелось бы, так, как ты это видишь. Еще его сообщение вам, что он хочет вам сказать. Ну, посмотрите, ему одиноко, ему плохо, ему больно, он страдает. Вот от этой вот безысходности, от того, что никак не получается. Ничего сделать не получается, да? Ни проблему решить, ни придумать выход. Он понимает, что здесь, видите, с вами тоже здесь надо будет поговорить. Здесь разговор не оконченный. Здесь точки над «и» не расставлены. И это ему нужно, девочки, тоже в том числе. Но это не прямо сейчас. Сейчас такая ситуация, когда он сделает только хуже. И я думаю и с вами, что если он сейчас неосторожно как-то поступит, как-то необдуманно скажет, сделает, и вы его тоже можете отправить в очередной раз в далекое пешее путешествие. Он, кстати, здесь, что он хочет сказать вам еще, что он готов будет с вами попозже поговорить на те вопросы, на которые он не хотел вам отвечать, прояснить ситуацию. Особенно, девочки, это касается тех, у кого были любовные отношения в любовных треугольниках. Пролить свет на те моменты, которые были камнем преткновения, те, которые охладили ваши отношения. Он готов будет об этом поговорить. Поэтому что он хочет сказать, что мы обо всем с тобой поговорим. Ты будешь знать подробности, видите, вот я говорю, пролить свет и солнце. А здесь действительно, видите, такой восход. Да, вот смотрите, он говорит, я появлюсь. Дай только срок. Мне это самому необходимо. Я без тебя вот просто здесь, как без рук. Ну, конечно, видите, важное место в его жизни, что вы сильно на него повлияли. А когда с вами не складывается, не клеится, там, или вы из отношений вышли, конечно, он будет как без рук. Это как кусок, да, из тебя вырвать, и ты не чувствуешь себя полноценным. Вот так вот здесь и у мужчины. Да, ему важно будет с вами пообщаться. Да, он сам здесь будет делать шаг. И многие ответы на свои вопросы, которые вы не знали, может быть, догадывались, или просто хотели услышать именно от него, вы это услышите. Срочное сообщение от ревнивой души. Срочное сообщение от ревнивца. Это те, у кого уже есть мужчина. Или те, кто планирует новые отношения. Ну, вот интересно, да, вот что этот товарищ скажет. Какова будет его реакция. У нас здесь карта дурака. Либо здесь, смотрите, с самого начала года здесь карты говорят. Либо здесь, что ваши желания, они дадут вам возможность открыть какие-то новые двери. Но это тот момент, когда говорят, будьте осторожны со своими желаниями, они имеют свойство сбываться. Может получиться так, что вы не совсем будете к этому готовы, к тому, что сбудется ваше желание, и можете как-то неразумно распорядиться тем, что вы получите. Вот. Но в любом случае здесь мы говорим, да, мы вас поздравляем и очень рады, что ваши желания сбудутся. Срочное сообщение ревнивца. Вот здесь это эмоции, это чувства, это то, что высказать нужно будет. Не забывайте поставить лайк и до встречи в новых видео. Пока-пока.